Приветствую вас на канале Паяльник ТВ. Я вижу, что тема компьютеров пришлась нашим зрителям по душе. Видео про этот мини-компьютер HiGoL 2 набрал 198 тысяч просмотров. Это как минимум в 20 раз больше, чем набирают другие мои обзоры. А значит, продолжаем продолжать. У меня уже более 10 лет без дела лежит очень старая клавиатура от очень старого компьютера. Клавиатура настолько старая, что на ней отсутствует клавиша Windows, а разъем AT-DIN5. Год выпуска нигде не указан, но сзади есть переключатель 286-80-88. Представляете, когда были распространены такие процессоры? Можно попытаться подключить ее к современному компьютеру через переходник AT-DIN5 на PS2. Но, честно говоря, я не уверен. Нет никаких гарантий, что эта клавиатура заработает через переходник. Можно произвести глубокий апгрейд. Вставить внутрь Arduino или даже STM. Но если уж апгрейдить, то на полную. Любители всяких гиковских штучек наверняка слышали про Raspberry Pi 400. Это та самая малина. Вот такая вот, четвертая. Но встроенная в клавиатуру. За ней, кстати, повторили и Orange Pi 800, насколько я помню. Идея не нова. Такой форм-фактор компьютеров был раньше широко распространен. А такой форм-фактор имели и Spectrum, и Apple, и у Atari был такой компьютер. И отечественные электроника BK0010, Corvette, Poisk, Orbita. Сотни и сотни разновидностей и наименований. Это было то время, когда компьютер с нуля можно было действительно собрать в гараже, когда в журналах публиковались схемы персональных компьютеров. И вот такая идея. Берем эту старую клавиатуру и вставляем в нее свежие мозги. И получаем Spectrum подобный компьютер с современной операционной системой. А благо сейчас прогресс достиг такого уровня, что компьютер достаточной мощности умещается буквально на ладони. Я встречаю кучу роликов на YouTube, в которых делают самодельные ноутбуки или компьютеры судного дня. У американских блогеров это распространено в основном. Они копают бункеры и делают такие компьютеры. Это компьютер в ударопрочном чемодане или делают самодельные игровые консоли типа PSP или Steam Deck или аркадные кабинеты. И в 98% случаев это сделано на Raspberry Pi. А я не хочу на Raspberry Pi. И даже на репки не хочу. Хочу, чтобы была привычная винда. И вот встает вопрос, что вставить в эту клавиатуру? Какой компьютер использовать в качестве донора? Чтобы была винда. У меня есть Latte Panda 1. У нее Atom Z8350, 2 гига оперативки. Скромные характеристики. Не особо шустро работает, но с этим смириться можно. Но с чем я не могу смириться? 32 гига постоянной памяти. Это, как казалось, категорически мало. Настолько мало, что винда не может даже обновиться. Ей не хватает памяти. А флешка не помогает в этом деле. Также существуют и Latte Panda 3, Delta, там Intel N5105 и 864 гигабайта памяти стоимостью $279, это примерно 25 500 рублей. Latte Panda Sigma с Intel Core i5-1340P, 16 гигабайт оперативной памяти и диск M2. Какую память хотите, такую установите. За $579, это около 54 000 рублей. Ну, дороговато для такого гик-проекта, вы не находите? К тому же теперь ввели дополнительный таможенный сбор, а это плюс 15% к стоимости. С одноплатниками на Linux изобилие, их более 100 разновидностей. А с материнскими платами на винде, ну не густо. Есть Panda, есть Framework. И иногда проскакивают новости об одноплатниках типа RockPi X. Это по сути та же самая Latte Panda 1, но в 2 раза дороже. Все это, как правило, стоит дороже полноценного настольного компьютера с теми же характеристиками. А поэтому ко мне пришла мысль взять какой-нибудь нет-топ и переставить его мозги в клавиатуру. Но вот такое дело. Нет-топы, как правило, имеют форму куба и существенно увеличат размер клавиатуры. Я, кстати, поднял клавиатуру на ножки. Но чтобы вы поняли. Слишком толстый.
Обычно топы слишком толстые. Поэтому мне нужно было найти какой-то, ну, совсем плоский нет-топ. И вот что я нашел. Это Highgall Stick PC. Кстати, стоит он, как Latte Panda первая. Stick PC стоит около 12 тысяч на Озоне. А Latte Panda около 13 тысяч на Алиэкспрессе. Но характеристики у этого Stick PC намного выше, чем у Latte Panda. Этот компьютер был предоставлен мне бесплатно компанией Go Technology. Полное название будет внизу экрана. Но никакой дополнительной оплаты за правильное мнение от них я не получал. К тому же я их предупредил, что их компьютер, вероятно, будет зверским образом разобран на части для самоделок. Но и они согласились с этим. Я снимаю в один подход, буквально где-то час-полтора съемки для ролика продолжительностью 20 минут и менее. И, соответственно, пока что я ничего никуда не вставил. Гусары молчать. А мне прислали этот компьютер с условием, что я сниму обзор, и первым делом мне нужно снять обзор. А уж потом думать про самоделки. Компьютер выглядит как флешка-переросток. Черный корпус, ребристый с обоих сторон. Активного охлаждения нет. И, казалось бы, производитель сделал все для оптимального отвода тепла. То есть это черный ребристый корпус. Но корпус-то пластиковый. Пластик не лучший проводник тепла, так что сразу сомнение, а не будет ли в таком виде этот компьютер перегреваться. Инструкция просто шикарная. Это все, что есть. Процессор. Intel Celeron J4125. 4 ядра, 4 потока. Частота номинальная 2 ГГц, максимальная 2,7 ГГц. Энергопотребление 10 Вт. И вот эти 10 Вт и нужно будет рассеивать этому пластиковому корпусу. Процессор поддерживает максимальный объем оперативной памяти 8 ГБ DDR4 и установлено как раз 8 ГБ DDR4. Встроенная память eMMC на 256 ГБ. Также в процессор встроено видеоядро Intel UHD Graphics 600. Обещают поддержку разрешения 4К, но мы же понимаем, что это будет, ну, просто кровь из глаз. Даже просто прокрутка страницы в браузере нагружает видеоядро на 100%. Просмотр видео в HD качестве 60 FPS на YouTube превращается в слайд-шоу. Информация для сисадминов показывает, что пропускается примерно каждый третий кадр. При этом процессор трудится в полсилы, да и оперативной памяти предостаточно, занято всего где-то 2/3. Ну, 5 из 8 гигабайт. В Full HD разрешении работает получше. Прокрутка страниц в браузере плавнее. Кадров, видео пропускается меньше. Но все равно пользоваться некомфортно. Видеоядро по-прежнему нагружено на 100%. В HD разрешении уже работать комфортно. Кадры почти не пропускаются. Прокрутка страниц плавная. Видеоядро трудится на 30-50%. На видео вы видите значение выше, но в данном случае программа видеозахвата экрана отжирает ресурс компьютера. То есть заявленные 4К поддерживаются, ну, весьма условно. В случае статичного изображения или слайд-шоу. Оптимальное разрешение 1024 на 720, либо чуть выше 1366 на 720. 68, как у большинства недорогих телевизоров. Ну вот это судьба этого PC-стика. Быть подключенным к телевизору и выступать в роли простого компьютера для родителей, бабушек, дедушек. На борту также Bluetooth 5.0 и 5.2, Wi-Fi 5.6 и гигабитный Ethernet разъем. Из разъемов HDMI папа, то есть чтобы можно было подключить непосредственно к монитору или телевизору. Джек 3.5 для наушников и два USB 3.0 гнезда. Один USB Type-C, через который можно и изображение вводить, и аудио, и наушники подключить, и питание подать при помощи блока питания и пауэрбанка с протоколом Power Delivery. Заработало без проблем. И есть еще один USB Type-C исключительно для питания. 12 вольт, 2 ампера. Да-да, снова, как и у предыдущего их творения, Highgall 2, блок питания. В комплекте на этот раз забыли положить переходник с китайской розетки на евро-розетку. Благо, я не выбросил блок питания от Highgall 2.
и даже не отрезал ему вот этот коварный кабель. Компьютер, кстати, включается сразу при подаче питания, то есть нет необходимости использовать кнопку включения каждый раз. Кнопка включения здесь сбоку. Это даже плюс. В некоторых случаях можно спрятать компьютер в какое-нибудь недоступное место, где невозможно каждый раз слазить, включать его кнопкой. Да, но придется каждый раз выдергивать блок питания из розетки и вставлять его. А также компьютер будет возобновлять свою работу после возобновления питания в случае его экстренного отключения. Это очень полезное решение, если использовать компьютер, ну, например, вместо мини-сервера. Расширить память можно только флеш-картой microSD. Никакой дополнительный диск M2 внутрь поставить невозможно. В комплекте есть еще один переходник. Это с HDMI мама-папа. Ну, то есть не всегда же получится напрямую в HDMI разъем монитора или телевизора подключить разъем этого компьютера. Я понимаю, что компьютер не мощный даже среди нет-топов. Но я готов с этим мириться. Меня беспокоит только вопрос охлаждения. Напомню, что даже HiGold 2 в металлическом корпусе с активным охлаждением тротлил. Поэтому от этого компьютера в пластиковом корпусе и с пассивным охлаждением я ожидаю как минимум то же самое. Поэтому бенчмарки, тесты и стресс-тесты обязательно с контролем температуры и тротлинга. В AIDA 64 есть встроенный стресс-тест, и он показывает следующее. При старте стресс-теста частота процессора растет, и это видно и на графике в программе AIDA, и на графике в диспетчере задач. Частота растет быстро, упирается в максимальное значение и появляется тротлинг примерно на 50%, но буквально на мгновение. Затем, судя по диспетчеру задач, частота процессора падает ниже 100%, и тротлинг прекращается, хотя AIDA по-прежнему показывает, что процессор нагружен на 100%. Ну, может, алгоритмы тестирования поломали в этой версии AIDA, но на HiGold 2 эта же программа, установленная с того же инсталлера, работает как и задумано. Тут и нагрузка 100% по диспетчеру задач, и тротлинг 50-60% в среднем. Короче, загадка. А с HiGold 2 вывести процессор на тротлинг не составляет труда. Достаточно запустить любой бенчмарк, который нагружает процессор. А вот этот вот флешка-компьютер к тротлингу устойчив. Тротлинг проскакивает редко и на мгновение. По температуре. Датчик в процессоре показывает 85-90 градусов. Но эти датчики расположены, можно сказать, в эпицентре нагрева, в самом процессоре. Корпус процессора имеет размеры 24 на 25 мм, сам кристалл еще меньше, и это температура этого небольшого кристалла. Далее тепло распределяется по пассивным радиаторам на пластиковый корпус, а также по печатной плате и до разъемов. Действительно, разъемы горячие, по ощущениям горячее, чем корпус. Ну, конечно, корпус-то пластиковый. Напомню, что у Латы Панды, в общем-то, было также с отводом тепла. Тепло отводилось в первую очередь на разъемы. На разъемы USB, HDMI, на разъемы Ethernet. Все было горячим. Но вот это значение, 85-95 градусов, оно во время стресс-теста, во время воспроизведения видео. То есть, и так, довольно сложные задачи для этого компьютера. Но во время простоя температура снижается. Но снижается незначительно. 70-75 градусов. Температура корпуса по измерениям термопары 53 градуса, разъема, USB, ну, на пару-тройку градусов выше. Тепловизора и даже пирометра у меня нету, приходится использовать термопару. Я ожидал, что будет греться сильнее, но тут процессор потребляет всего 10 Вт. А к тому же сейчас май месяц, сегодня 10 мая, на улице временами выпадает снег, и температура в доме около 20 градусов. Что будет с компьютером летом, в жару? 35-40 градусов, вот тут возможен перегрев. Как вы понимаете, все эти нет-топы, вот такие вот PC-стики и даже ТВ-боксы являются компромиссом между ценой и производительностью, энергопотреблением и тепловыделением. При этом эти устройства подходят не только как офисные ПК или для домашних развлечений. Я не имею в виду современные игры, хотя старые игры, эмуляторы, такие компьютеры потянут. Я имею в виду интернет, просмотр фильмов онлайн-офлайн, прослушивание музыки. Но также такие компьютеры подходят и как база для создания самодела. В
том числе и портативных, в первую очередь благодаря низкому потреблению и тепловыделению. То есть как база на замену вот этим вот Latte Pandam и Raspberry Pi. Что касается моего проекта, вот честно говоря, я пока не уверен, что будет ли он в итоге реализован. Мне нужно решить два вопроса. Оживить клавиатуру и расширить количество USB-портов. Потому что, ну, два USB-порта – это мало. Мышку и клавиатуру подключил, а флешку при необходимости подключать уже некуда. Клавиатура однозначно займет один из портов. С расширением USB проблем на самом деле нет. Этот вопрос решается просто покупкой подходящего USB-хаба. Это не проблемы, это расходы. А вот с оживлением клавиатуры интереснее. Есть два варианта оживления. Вариант номер один. Я вставляю внутрь какую-нибудь Arduino, читаю с ее помощью сигналы с этого разъема, ну, точнее изнутри, и выдаю уже в USB. И вариант второй, сейчас скажу, как он называется, это прошивка QMK. QMK позволяет вообще строить кастомные клавиатуры на современных микроконтроллерах. То есть я планирую использовать, например, Black Pill с STM32. Но тут уже будет глубокая модернизация. А еще я... В чем тут проблема? Здесь механические кнопочки, и некоторые из кнопок западают. То есть отскакивают не сразу. И, возможно, мне придется поменять сами вот эти вот кнопочки механические на что-то современное и не западающее. В этом случае здесь останется сама плата, останутся кейкапы, корпус, а кнопочки, возможно, придется поменять. Я пока не уверен. Ну что ж, время покажет. Есть еще вероятность, что я оживлю эту клавиатуру, вставлю в нее, например, Black Pill, чтобы она работала по USB, а потом эта клавиатура мне так понравится, что я не захочу ее портить вот при помощи этого компьютера, так скажем. Просто положу болт на этот проект с PC-стиком. Ну, время покажет, нужно первым делом оживить клавиатуру. Если вам интересно, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Мы есть на YouTube, на Дзене, в ВК видео обязательно выкладываем. А еще у нас есть сайт, форум, группа ВКонтакте и чат в Телеграме. Заходите, поболтаем. Ссылочка на этот PC-стик будет в описании. На Озоне, кстати, дешевле, чем на Алиэкспресс. И все, до новых встреч. До новых встреч на канале Паяльник ТВ.